В одном из торговых центров города в минувшее воскресенье состоялся большой концерт для детей-сирот. Его организаторами стали благотворительный фонд «Добрая надежда» и клуб современной женщины «Шарм». Решили организовать вот такой грандиозный, красивый концерт, чтобы это было не просто как-то там незамечено прошло, а чтобы люди знали, что можно делать добро, что можно добро делать вместе с нами, да, присоединиться к этому жесту благородному, да, заняться благотворительностью. У нас принято благотворительность как бы прятать, да, и говорят, это одобрение говорят, если делаешь, то делай это неофишируемо. А мы решили сказать, почему, потому что в прошлом году я была одна, а сегодня у меня появились девочки, которые помогают вместе со мной творить это большое, красивое, благородное дело. Новогоднему концерту предшествовал большой творческий конкурс «Самый добрый Новый год». Воспитанники трех детских домов «Радуга», «Ровесник» и «Родничок» читали стихи, создавали рисунки на зимнюю тематику, пели и делали новогодние украшения. В итоге 40 ребят выбрали 12 победителей. В качестве подарка Надежда получила сертификат на обучение визажу. На конкурс она сделала новогоднюю елочку. Обычные шарики новогодние, которые продаются в магазинах. Обычный горшочек, который заливается гипсом. Туда вставляется палка, делается шар из ниток и бумаги, и вот это все обклеивается. Праздник веселый, все получили подарки, все довольны, хорошие аниматоры, которые развлекают детей, и выступления хорошие. Остальные участники конкурса хоть и не победили, но не остались без подарков, получили сладости и игрушки от спонсоров. Я считаю, что все должны участвовать в таких мероприятиях сами, по зову сердца и души. Я видел работы детей, это талантливые дети. Очень талантливые, хорошие, красивые. Я им желаю счастья и здоровья. А всем остальным больше участвовать в таких мероприятиях. В сентябре организаторы благотворительного концерта собирали для детей-сирот школьные принадлежности. А теперь сладкие подарки к Новому году. Фонд у нас действует, на самом деле, очень давно. С 2004 года. Но до этого мы как-то больше работали, так скажем, кулуарно. То есть не выходили в люди. Но совсем, можно сказать, недавно, лет... может быть, 4-5, мы решили организовывать какие-то массовые праздники, чтобы к благотворительности подключались и простые люди, не только бизнесмены, но и простые люди, а также малый бизнес, например, которые не знают, как помочь. А мы им помогаем находить людей, которым действительно нужна помощь. Хотя новогодняя благотворительная акция не завершена, уже есть планы, как еще порадовать детей-сирот. Весной организаторы планируют провести новую акцию – конкурс красоты «Девушка весна». Ребята будут шить костюмы, а спонсоры им в этом помогают, чтобы получился еще один большой и красивый праздник. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.